куфом можешь... Чё? Настоящий мужчина должен быть не брит, не мытый, чуть красивый. Я так понимаю, Варламовая тема для разговора закончились. Он то про хомяка записывает видос, то про скуфов. Скоро будет вообще только про мемы видосы делать и разбирать мемы. Ну да, новостей сейчас нет, ничего не происходит. Даже вот Варламову приходит всякую хрень обсуждать. Скуфы захватили интернет. Кто такой скуф? Интервью с первым скуфом. Как становится скуфом? Я вообще... Реднеки, американские скуфы? Интересно, что над образом консервативного взрослого мужчины подшучивают не только в России. В Америке, например, есть такой термин, как реднек. В Рунете вы можете встретить сравнение наших скуфов с американскими реднеками. Хотя это и не совсем верно. В политическом жаргоне США так называют людей с консервативными взглядами. Они не очень образованы. Весьма патриотичные, тоже ругают либералов, представителей сексуальных меньшинств и феминисток. Реднеки, как и скуфы, любят попить пивка за телевизором и поспорить о политике. В общем, это те люди, которые вывешивают на крыше дома американский флаг и, как правило... Был бы у меня свой дом, я бы тоже американский флаг вывесил, но я же не реднек и не скуф. ...голосуют за республиканцев. И, наверное, правильнее было бы их сравнить с нашими... Ну, я бы, да, я тоже за республиканцев голосую. ...ватниками, в то время как скуф — это понятие куда более широкое, чем политический... Я ватник. Я американский ватник в таком случае. ...чаще всего скуфов осуждают за внешность. Любой стареющий мужчина, который не сохранился так же хорошо, как Джаред Лето, автоматически становится скуфом. Это что такое, зумеры? А как же ваш пресловутый бодипозитив? Или он только к женщинам применим? Но все не так однозначно, как говорится. Многие считают, что мемы со скуфами, наоборот, сделали для бодипозитива больше, чем все феминистки за последние годы. Мол, именно так, с помощью юмора, и нормализуется отношение к такой мужской внешности. Скуф-культура лучше справилась с бодипозитивом, чем бодипозитив. Подумайте об этом. Пользователь Твиттера. Можно эти все социальные процессы запустить в очень разные стороны. Какая-то часть людей только утвердится в своих стереотипах и подумает, что ну вот мужчины совсем расслабились, какие-то совсем кошмарные, и хотят только пельмени есть и животы себе отращивать. А какая-то часть людей действительно... Но я не хочу быть скуфом, поэтому я в зал хожу и загоняюсь постоянно по всякой хуйне. Для них это будет... Я даже когда протеин начинаю пить, у меня такое ощущение начинает складываться, будто бы у меня не масса растет, то есть не мышцы, а лицо расширяется. Я перестаю пить протеин на какое-то время, я просто хожу в зал, не пью протеин, потому что у меня складывается ощущение, что весь протеин в щеки идет, а не вот сюда, куда надо. Вот, соответственно, ну и все. Я беру перерыв на протеин, просто хожу в зал и все, и занимаюсь без него. Будет такой шаг к нормализации бодипозитива, потому что существуют разные тела, и на самом-то деле это вообще не наша задача, кому-то другому говорить, каким им быть, как это все креатин, вести. Да я пью креатин. Короче говоря, все эти шуточки и мемы часто наоборот преподносят образ скуфа как символ комфорта. Так, щеки растут одни из первых. Да, только проблема в том, что у меня лицо, оно нормальное. Типа, я худой, но лицо-то у меня не худое. По мне не скажешь, что я худой, понимаешь? Многие люди, они не знают, насколько я худой, пока не разденусь. И им кажется, как будто, ну, все нормально. Что еб***то у меня такой, типа, ну, обычный. Вот. И я не хочу, чтобы у меня щеки росли. Мне и так нормально, куда еще больше. Поэтому, ну, получается как-то так. Форта. Да. В конце концов, не все хотят постоянно достигать невероятных успехов на работе или потеть в спортзале. Например, блогер Роман Телицын вообще большую часть своего контента выпустил в образе скуфа. Обижает ли меня слово скуф? Ну, нет. Именно в том... определении, в том понимании, которое я в него вкладываю, грубо говоря. Ну, то есть это обычный мужичок, работяга. Ну, вот как я себе это вижу. Понятно, что кто-то может там притянуть, да это вот вообще какой-то там плохой человек, у которого жизни нет, вообще он ничего не смыслит. Ну, я в это слово не вкладываю такие плохие смыслы. Поэтому меня это не обижает. Многие пишут в определении, что это люди, не следящие за собой. Ну, то есть, грубо говоря, там даже... Ну, вообще так и есть чаще всего, да. Мучающиеся. Ну, наверное, все-таки те люди, про которых я снимаю, моются. Как минимум, у меня есть ролики про баню. Что?
Кстати, Роман считает, что с... Короче, что? Уфом делают мужчин его привычки, а не внешность. Ну, в общем и целом, да. Ну, еще и возраст сказывается, там, генетика, я не знаю, может быть, еще какая-то хуйня.